Криштиану Роналду, самый богатый спортсмен в 2017 по версии Forbes. 700 миллионов за сезон заработал Роналду. Если вы думаете, что он так вот полеживает на диване, катается на пуготе, и на этом дело заканчивается. Нет. Вот вам момент, за который Роналду получил красную карточку. Да, конечно, он пашет на поле. В этом сезоне он получил свой 5-й золотой мяч. Ну, конечно, он достоин этого. Откуда же берутся основные деньги Роналду? Итак, конечно, это контракты с Реал Мадридом. Конечно же, Nike. Ну и вообще, такие большие корпорации не с удовольствием с Роналду сотрудничают, и получил он за это 30 миллионов долларов. За каждый гол или голевой пас Роналду получает 750 тысяч баксов. Ну, поговорим о домах. Естественно, известный дом в Испании, куда были допущены журналисты. Ну, как-то так. Такую же страсть, как в футбол, Роналду имеет к автомобилям. Ну, лучше это, конечно, Бугатти. От такой машины, просто когда на нее смотришь, уже дух захватывает. Не говоря о том, что кто-то садится за руль и едет на этой машине. Ну, вот такие машины в гараже. КР-7. Ну, Бентли, понятно, куда же без нее-то? Ну, красный Феррари, конечно. Естественно, красный Феррари – украшение любого гаража, любой коллекции.